Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Внимание! Объявление! Подписчики наверняка помнят вот этот ролик про домашнюю колбасу. Так вот, Олег Кочетов, которого я представлял вам как поставщика колбасных оболочек, обратился ко мне с предложением устроить битву. Я за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому, конечно, сразу же согласился. Потому что Олег мне очень нравится, а во-вторых, потому что условия этого батла мне тоже интересны. А условия очень простые. Мы с Олегом готовим блюдо на заданную тему и выставляем его на ваш суд. Увидите вы его 30 октября в 16:00 по Москве. И ролик, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем. Ну, вернее, конечно, станет победителем не ролик, а его автор. Короче, выбор победителя за вами. Я на вас надеюсь. А сейчас напоминаю, что сегодня, 9 октября, в 18:00 по Москве, вы увидите ролик с рецептом великолепных домашних сарделек. А для самых терпеливых и внимательных в конце небольшой бонус. Спасибо за компанию. Всем пока. За тенью за своей следью.